Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня чистка склада. Решил сегодня немножко почистить склад на основном аккаунте, так как места нету, не хватает иногда для плюх. И посмотреть, интересно, какие там итемы у меня упадут. Накопил я вот 6 карт донатных. Мы их получили там, некоторые с роллингов, некоторые с хватайки. По-разному было, в общем, 6 штук накопилось, хочу их тоже потратить, посмотреть, что с них упадет. Мешочки зефира, в принципе, я давно их копил, но смысла от этого нету никакого уже. Плюс сумки розы, как видите, мест 450, места реально не хватает. Так, это у нас супер пэты, поехали, начнем с вот этого. Со скинов, может, еще какие-то скины подкачаю, тоже валяется, в принципе, без дела. Ну, у меня вроде эти все скины на максималке, кроме там новых, последних, где я уже не задротствовал. Так, мастер рун у нас есть, нифига себе. Надо тоже будет, кстати, заняться обменами. Да, по скинам у нас вряд ли что-то получится, старенькие скины. Так, смотрим, что у нас интересного еще есть. Это мы откроем потом. Давайте сумки розы. Вторые сумки розы, ребят. 165, 195, 195, 140, 290, 235. Нифига себе, посмотрите. Но такое. Здесь 21 упала. Раз, два, три, четыре. Можно считать 5, 6. 6 раз, по сути, у нас собралась нормально роза с 10 сумок. Ну, то есть плюс-минус надо 10-15 сумок, где-то так. Вторых на то, чтобы собрать розу. Ну, по-разному бывает, падает. Кстати, а еще хочу открыть вот такие вот фартовские сундуки. Это старенькие сундуки. Как видите, в новых там совсем другие плюхи и награды. Тут у нас, к сожалению, еще старые, но они тоже уже бессмысленны. Старенькие раритетные сундуки. Сейчас, короче, почистим склад, потому что места реально не хватает. Ну и даже так, нормально ресурсов. Две карты упало, да, у нас получается? Три. Нифига себе, три карты. Три или четыре карты обычных. У меня их дофига осталось. Так, вторые эти я тоже могу открывать. Тут ничего такого нету. У нас третьи карты. Третья мы откроем. Я не упала. Я не помню даже, где это. С разных акций я покопил эти сундуки. Первые, вторые, третьи. Там у меня только не открываются. Четвертые, пятые и шестые. Ну и то четвертые не открываются из-за камней смотра. Пятые из-за того, что перелимиты у нас по камешкам, ну и шестые, в принципе, тоже, я их пока не трогаю. Так, это у меня копится, и это я хочу сделать одну тему, это я не буду пока открывать. Так, ну что, давайте начнем с мешков зефира. 49 мешков зефира первого левела. Поехали, посмотрим, интересно. По 10, 48, 30, 30, 32, 49. Ну, такое, не знаю. Смотрите, если здесь 10 в одном, да, в одной попытке, то считается, по сути, 10, 48. А тут у нас 49 выпало. То есть в среднем с 10 от 30 до 50 осколков можно словить. Но это, я вам скажу, еще очень удачный момент. И мы открывали их по 10, потому что по одному открываешь, там в основном 1 и 2 и падает. Неплохо. Так, хорошо, посмотрим с 18. Ну, 18 сумок, я думаю, где-то приблизительно должно упасть под 300 осколков. Но это не точно. Где-то 250-100%. Поехали. 110, 150, 260, вот так вот. 260, ну все равно не очень, честно скажу, с 18 сундуков маловато будет.
реально маловато будет. Такс. Давайте попробуем. Так, это тоже надо освободить. Питомцев, блин, я в принципе их посливал. Я думаю, скоро будут новые, надо будет сейчас, кстати, пересмотреть еще по питомцам, что у меня есть. Докупать сумок, пока есть возможность, потому что, может, изменят наборы потом. Собери пак, и будет реально проблемно собрать. Ну, как обычно. Хотя у меня здесь есть, ладно, не будем заморачиваться. У меня здесь дофигища вроде есть, должно быть еще. Есть, отлично, хватает. 1200, если что, потом пооткрываем, думаю, нам хватит. Так, а это что тут делает? Так, это можно тоже открыть, в принципе, нафиг не надо, осколки. Поехали дальше, гид-пакты. Ну, давайте попробуем 6 карт. Давайте по одной попробуем, не хочу я их все 6 сразу открывать. Так, Мэри, ну блин, нормально, главное не дуэлянт. Дуэлянт, опять сейчас дуэлянт упадет, и опять дуэлянт упадет. Не, Мэри, нифига себе, две Мэри, два дуэлянта. Барт будет, еще одна Мэри, фига себе, Мэри падает. Ну все-таки 4 дуэлянта, как видите, шанс таких карт реально очень-очень маленький. Так, что у нас еще по итемам есть? Это у нас скины тут. Ну, это тоже надо пооткрывать, чтобы не валялось. Сумки бессмысленные. Ну, то есть, это раньше, как только выходил свален, они еще был толк. Сейчас это просто хлам, по сути. Герой такой себе, скины на него тоже, в принципе, их валом. Огонь жизни, ну, такое... Нету смысла даже крафтить, это чисто так пооткрывать, а потом я попродаю на синие кристаллы. Так, отлично. Тут у нас тоже опять же скины, они тоже все на максималке. Тоже бессмысленного командора, хранитель, а скины на здание тоже все прокачаны на максималку, тоже нафиг не нужны. Так, отлично, место хоть освобождается. Тут у нас, по моему да, маскировки, кролики и землеройка. Поехали посмотрим, что у нас тут получится. 40, 60. Ну тут по-любому мы соберем. Да и кроликов должны нормально собрать. Пару землероек должно быть 100%. Сейчас потом пойдем поменяем. Неплохо. Потолок 150, это то, что я увидел. 30-60 в основном. Так, отлично. Это не трогаем. Шестые космы. Но вот эти бы мне на без доната, чтобы словить. Интересно, сколько 5 45 80. Не, ну тут нормально, тут космо нормально падает. Пару космо тоже, думаю, будет. Изи просто. Но скины на космо тоже нафиг не нужны. Бесполезные мешки. Ну хоть место освободили. Там надо будет эти скины попродавать на КГшке.
Так, отлично. Блин, сколько у меня этих коробок. Ладно, эти оставим. Это у нас пятое, что? Пен. Поддержка. Пока оставим, потом будем следующий. Так, гильдейские давайте пооткрываем. Тоже нафиг не надо. Место только занимают. Гильдчесты. Обычные сумочки. Так, отлично. Ну, вроде все. С такого почистили. Так, нигде эти нафиг не нужны. Это тоже нафиг не надо. Только место занимают. Кулаки тоже не будем трогать, потому что надо будет потом древние проходить. Ну, вроде с такого все, это уже итемы пошли. Шариков, в принципе, половина из них тоже нафиг не нужна. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Как видите, дроп довольно-таки неплохой, когда у тебя куча сумок. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.